Прежде всего, хочется поздравить всех нас и президента, в первую очередь, Олимпийского комитета с тем, что мы получили право участвовать в Олимпийских играх. Это самое главное событие, которое произошло. Но есть очень серьезный осадок по поводу того, в каком трудном положении мы все оказались, и виной тому определенные проблемы, которые возникли у ряда наших спортсменов с употреблением запрещенных препаратов. Поэтому задача нашей комиссии сегодня обсуждали как раз на исполкоме самым решительным образом организовать борьбу с этим злом. Мы должны серьезно проанализировать, насколько, какая обстановка вообще с этим спортивные школы, снизу, доллары и так далее, законодательную базу, что надо сделать для того, чтобы мы в будущем избегали подобной критики и, самое главное, берегли здоровье наших спортсменов, тренеров, которые за них переживают. И мы вчера видели, как плакала одна из наших лучших тренеров по синхронному плаванию. Собственно, это большая задача, очень трудная, безусловно. Мы очень рассчитываем на помощь Олимпийского комитета, на помощь специалистов, которые войдут в эту комиссию. Мы скоро огласим ее состав, кто будет там работать. И мы очень рассчитываем на вас, на прессу, потому что без вашей помощи, без вашей активной поддержки нам эту борьбу успешно вести. Провести неудобно.